Итак, что можно настроить на старом приемнике в апреле месяце 2020 года? И начинаем сканировать со спутника АМАС. В меню «Инсталляция» заходим в раздел «Инсталляция». Вверху выставляем спутник АМАС. Нажимаем желтую кнопку «Редактировать». На данный момент на АМАСе три рабочих частоты. Для формата MPEG-2 это 11175, 11139. И 12410. Сейчас я сканирую 11175. Нажимаю красную кнопку. Потом ОК. После этого сканирую 11139. Красная кнопка. ОК. Здесь в памяти стоит старая частота 12315. Ее удаляем желтой кнопкой. Подтверждаем ОК. И добавляем новую. Нажимаем зеленую. И вводим параметры. Транспондерная частота 12410. Символьная скорость 20833. Сигнал, как видим, есть. Нажимаем красную кнопку. Сканируем. Далее сканируем каналы со спутника Astra. Он может называться Sirius. Это один и тот же спутник. Также в старых приемниках 4100 может быть в памяти два спутника Sirius. Sirius 5E и Sirius 4.8E. Частота 11766 уже этим приемником не видится, так как она в формате MPEG-4. Удаляем ее желтой кнопкой. Следующая частота 12073. Красная кнопка. ОК, сканируем. Следующая частота, самая интересная, 12130, вертикаль 27500. Сканируем. И следующая частота 12284. Красной кнопкой сканируем. Красная кнопка, окей. Следующая частота 12303. Но символьная скорость должна быть 25548. Там находится канал Белсат. Выбираем и сканируем. В режиме поиска здесь желательно нажать открытое для того, чтобы не сканировать лишний мусор. Все. Частота 12399 на данный момент. Ее можно не сканировать, можно ее даже смело удалить на старом тюнере. Нажимаем желтую кнопку и ОК выбираем. Потом сканируем спутник Hotbird. Находим в списке Hotbird. Сканируем частоту 10815. Режим поиска выбираем открытые, для того, чтобы сканировать меньше мусора. Дальше 12. Дальше 11034. Красная кнопка, режим поиска открытый и ОК. Следующая частота 11240. Красная кнопка, режим поиска открытый, ОК. Следующая частота 11296. Здесь канал CBC Азербайджан, но передачи идут на русском языке. Красная кнопка, режим поиска открытый. Окей. Для любителей христианского канала «Союз» можно сканировать частоту 11623. Красная кнопка, режим поиска открытый. Окей. На частоте 12226 идет канал «Настоящее время». SD-версия в формате MPEG-2 идет. Выбираем. Красная кнопка, режим поиска открытый. Окей. Следующая частота 12380. Там евроновости на русском языке. Красная кнопка, режим поиска открытый. Окей. И последняя частота 12597. Красная кнопка, режим поиска открытый. Окей.
У кого есть вторая тарелка, настроенная на 75 градус, отсканируем его. Какие основные частоты здесь есть? 11531. Нажимаем красную кнопку. Режим поиска ставим открытое. Сетевой поиск включаем. Нажимаем ОК. В режиме сетевого поиска находит еще несколько рабочих частот. 11605. Нажимаем красную кнопку. Режим поиска открытый. Сетевой поиск включим, если это поможет. Окей. Частота 11473 уже с тюнером не видится. После того, как отсканировали все каналы, нажимаем Exit, еще раз Exit, заходим в раздел «Канал», «Менеджер ТВ каналов» и наводим порядок. Для того, чтобы удалить ненужные каналы, заходим в режим редактирования желтой кнопкой, вводим пароль 400. Если пароль не подходит, пробуйте еще, попробуйте 2074. Далее, встаем на канал, который хотим удалить, нажимаем красную кнопку. Напротив него появится вот такой крестик. И удаляем все каналы, которые нужно удалить. Экспорт уже на этом приемнике не откроется. Удаляем его. Культура тоже. HD-каналы тоже, соответственно. Новый христианский он тоже не откроется в формате MPEG-4. Вот канал CTV.UA новый, Интерплюс, который в формате MPEG-2, 1+1 International и, конечно же, Украина-24. Канал NADI удаляем, он тоже в формате MPEG-4 NADI идет. .112 удаляем с ходберда. Оставляем канал Current Time SD. Евро-новости оставляем. И один ТВ-РУС. Один идет в формате MPEG-2, один идет в формате MPEG-4. Один из них, как правило, второй работать не будет. На 75 градусе вообще очень мало каналов осталось в формате MPEG-2. После того, как выделили все каналы, нажимаем Exit. Выбираем ОК, сохраняем. И в списке окажутся только те каналы, которые вы не удалили. Как перемещать канал? Аналогично, заходим в режим редактирования, нажимаем желтую кнопку, вводим пароль 400. После этого встаем на нужный канал, который нужно переместить. Пускай это будет первый деловой. Нажимаем белую кнопку «Двигать», перемещаем его в нужное место кнопками вверх или вниз, нажимаем «Ок». И после этого выходим из меню, нажимаем «Exit» и сохраняем.
На данный момент из этого списка в кодировке BIS идет только первый национальный. Он сейчас работает. Если же он не работает, можно вводить без ключи, вводя комбинацию цифр 9339. Заходим в раздел K-Edit, заходим в BIS и вводим ключик. Вот этот ключ. Или добавляем, или редактируем, или удаляем. Ну, на данный момент из этого списка, я повторюсь, работает только первый национальный. И все. Все ключи, которые в списке, они уже не актуальны. На этом все. Если видео вам понравилось, было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео. А также все вопросы задавайте в комментариях. Всем удачи!